Здравствуйте. Добро пожаловать на программу «Вести Карачаево-Черкесия». События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Врачи советуют в местах массового скопления людей носить две маски. А также медики призывают не поддаваться панике и четко следовать рекомендациям. Оставайтесь на линии. Соединю вас с горячей линией городской поликлиники. По номеру 122 у жителей республики есть возможность оперативно связаться с медицинскими организациями. Один раз меня большая глыба чуть не убила. Опасные сосульки. Кто несет ответственность за содержание крыш и чем грозит, если не убирать висячую наледь? Ученик 5 класса 17-й гимназии Черкесска Мансур Кишмахов стал победителем всероссийского конкурса сочинений. Новый штамм коронавируса «Омикрон» стремительно распространяется, в том числе в Карачаево-Черкесии. По прогнозам медиков, республика сейчас переживает пик его распространения. Наша съемочная группа отправилась в государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение, лечебно-реабилитационный центр Черкесска, чтобы узнать, насколько серьезна эта болезнь и чего ждать от «Омикрона». Принято считать, что омикрон переносится сравнительно легко. Например, в ЮАР, откуда родом новый штамм, уже сняты все обязательные ограничения. Согласно разработанной Минздравом России памятке, упор делается на выявление вируса и амбулаторное лечение заразившихся, поэтому нагрузка на первичное медицинское звено значительно возросла. Мы лечим амбулаторных больных на дому. Лечим амбулаторных больных. Этим и занимается наша участковая служба, терапевтическая служба при поликлинике. На сегодняшний день у нас 247 больных COVID-19, которым проводится динамическое наблюдение, выдаются препараты в зависимости от степени тяжести заболевания. Симптомы заболевания омикроном в целом похожи на те, что наблюдаются у других вариантов коронавируса и сезонных ОРВИ. Медики призывают не поддаваться панике и четко следовать рекомендациям. Если вдруг у вас появились симптомы ОРВИ, то есть заложенность носа, кашель, повышение температуры тела однократно до 37,5, пожалуйста, большая просьба обратиться в единую службу 122. Ваш вызов обработают и передадут ваши данные медработнику. С вами свяжутся и дадут рекомендации. В связи с тем, что омикрон протекает очень легко, на 100 случаев омикрона один случай госпитализации. Большая просьба пациентам, чтобы они не паниковали, что дистанционно мы их будем вести, ежедневный обзвон доктором лечащим будет осуществляться. Если вдруг какие-то будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь по номеру 122. Эффективна ли вакцинация против омикрона? Ответ однозначен. По мнению медиков, наилучший иммунитет, безусловно, сформирован у привитых и недавно переболевших. Хоть вакцинация у нас в стране не обязательна, но я считаю, что это долг каждого гражданина провести своевременную вакцинацию и тем самым обезопасить и себя, и своих близких от коронавирусной инфекции. Меры профилактики не только не теряют своего значения, но становятся как никогда актуальными, так как омикрон – наиболее контагиозный вариант коронавируса. И лайфхак от медиков. Поскольку омикрон отличается высокой степенью заражения, врачи советуют в местах массового скопления людей носить две маски поверх одна другой. Мурат Шенкёсов, Максим Долгов, Вести Карачаево-Черкесия. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 269 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 35 307 человек. Из них 31 186 выздоровели, 400 человек госпитализированы. До 700 обращений в день поступает в Центр обработки вызовов Карачаево-Черкесии по телефону горячей линии 122. У жителей республики есть возможность оперативно связаться с медицинскими организациями по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. За работой специалистов центра наблюдал наш корреспондент Артур Махце. Горячая линия 122, слушаю вас. Звонок из отдаленного населенного пункта Карачаево-Черкесии. Обратившийся за помощью в кул-центр человек не может связаться с районными медиками, чтобы вызвать врача на дом.
По словам звонящего, у него высокая температура, имеются симптомы коронавирусной инфекции. Специалист Центра обработки вызовов вносит в карточку необходимую информацию, передает данные коллегам из Урупского района и помогает обратившемуся связаться с необходимым медучреждением. Утром вызывали, да? Скажите, пожалуйста, вы прикреплены к городской поликлинике или к медсанчасти? Оставайтесь на линии, соединю вас с горячей линией городской поликлиники. Не кладите трубку, пожалуйста. В день на горячую линию 122 поступает до 700 звонков. Некоторые из них какое-то время находятся в режиме живой очереди. Все-таки каждый обратившийся требует внимания. Несколькими секундами тут не обойдешься. Но даже если человек не дождался ответа специалиста, с ним в ближайшие минуты свяжется. Ни один звонок не останется без обслуживания. Пришлось добавить количество диспетчеров в смене. Это до 6 человек у нас идет на горячую линию и 5 человек сидит на 112. То есть звонки любого, все, что касается ковида, это тест, результаты теста, вызов врача на дом. И непосредственно наш диспетчер перенаправляет по у нас 14 муниципальных образований с 14 больницами всей нашей республики. И уже непосредственно там, откуда заявитель, ну, туда и направляется вызов. Диспетчеры колл-центра принимают звонки не только по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Не остаются без ответа и обращения по поводу работы всех экстренных служб реагирования. Вал звонков от населения республики даже побудил руководство Центра обработки вызовов увеличить количество смен и персонала. В настоящее время несколько старшекурсников медицинских вузов и колледжей проходят обучение и скоро будут готовы присоединиться к оказанию информационной помощи. Звонки на номер 122 принимаются ежедневно с 8 до 20 часов. Артур Мхцим, Максим Долгов, Вести, Карачаево-Черкесия. МЧС предупреждает, в горах Карачаево-Черкесии выше 1500 метров лавина опасна. Но сейчас слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. В горах местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-20. Температура ночью -3 плюс 2, в горах до 8 градусов мороза, а днем 9-14, выше нуля, местами до плюс 5. Ночью на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -1 плюс 1, а днем 11-13 градусов тепла. Впервые в Черкесске. Выставка «Страна обезьян и пушистиков». Мартышки, игрунки, карликовые бегемотики. С 19 января по 28 февраля в Центре развития предпринимательства. На Горького, 8. Не пропустите. В Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 300 участников и экспертов агрорынка. Со 2 по 4 февраля в выставочном комплексе «Минводы-экспо». Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Последние дни в региональной столице увеличилось количество жалоб от населения на опасно свисающие с крыш сосульки. Выпавшие ранее осадки и постоянные перепады температур привели к скоплению ледяных глыб, которые могут стать причиной травм, а порой летальных исходов. На ком лежит ответственность за содержание крыш, выяснял Артур Махце. Эти висящие на одной из многоэтажек региональной столицы сосульки – все, что осталось от упавшей глыбы льда. Светлана Пруцкая лишь по счастливой случайности избежала с ней встречи. Ну, во-первых, я боюсь заходить, выходить. Один раз меня большая глыба чуть не убила. Я просто нечаянно задержалась в аптеке, зашла и обратно, и что-то забыла. И вышла, и передо мной прям глыба упала. Она могла просто меня убить. Представьте, эта сосулька, падая с 4-го высокого здания, по дороге, мимо которой люди ходят с заморозки, с поликлиники, с инфекционной больницы. Думаю, это более чем серьезно. И пневмония по сравнению с этим детский лепет. Случай по проспекту Ленина далеко не первый в Черкесске, на который люди просят обратить внимание. Ведь из-за чьей-то беспечности или халатности могла произойти трагедия.
Как говорят мэрии муниципального образования, следить за крышами зданий должны обслуживающие дома компании. На них лежит и ответственность за возможные последствия. Управляющая организация должна, обязана убирать либо самостоятельно вот эти все снежные и ледяные наросты, либо, значит, привлекать какую-то организацию по договору. В случае, если управляющая организация этого не делает, то административным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за нарушение лицензионных требований в виде штрафных санкций как для должностных лиц, так и для юридических лиц. Пока снег кружит в небе, на него зачастую приятно смотреть. Но затем коммунальные службы обязаны оперативно ликвидировать последствия обильных снегопадов не только на улицах и тротуарах, но и на зданиях. Иначе не стоит исключать новых жалоб на свисающие с крыш опасные предметы. Артур Мхцей, Максим Долгов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Наш земляк Мансур Кишмахов, ученик 5 класса гимназии номер 17 Черкесска, стал победителем всероссийского конкурса сочинения о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке. Конкурс был организован Министерством просвещения в целях возрождения традиции написания сочинений как самостоятельной творческой работы. В конкурсном отборе участвовали 148 работ, учащиеся школы из 12 районов республики. Подготовила победителя конкурсу учитель абазинского языка и литературы гимназии номер 17 Арина Трамова. Мне было легко написать сочинение, так как я люблю свой родной язык и свою родную культуру. Мне помогал мой учитель и немного родители. В моем рассказе главный герой – мальчик Аслан, который не знал о своем родном языке и о своей родной культуре. И после того, как его дедушка рассказал ему об абазинские истории и легенды, он стал разговаривать на своем языке вместе с родителями и увлекаться родной культурой. Сегодня в Черкесске открылась рыбная лавка. Свою свежую продукцию в широком ассортименте привезли в Карачаево-Черкесию рыбаки Камчатки. Светлана Шаганова расскажет о деликатесах и не только. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что рыбу любят все. Всеобщую любовь она завоевала из-за большого содержания жиров. Это всем известные омега-3 и омега-6. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, а заодно помогают организму лучше справляться с нагрузками. А в период пандемии просто необходимо употреблять рыбу и красную икру. Все богатство морей представлено в Черкесске в рыбной лавке. Мы снова приехали в Карачаево-Черкесскую республику. Очень рады видеть обратно наших покупателей постоянных, которые к нам всегда приезжают, приходят, покупают нашу продукцию, свежайшую продукцию, которая цены остались те же, которые до Нового года. Ничего не прибавилось, ничего абсолютно. Вкусная также рыбка наша чавыча, которую вы знаете, очень полезная аминокислотами. И палтус очень жирный, вкусная рыбка, деликатес считается, диетическая рыбка, может кушать любому человеку. Она очень жирная, но она считается диетической рыбкой. На прилавках вы найдете все самое вкусное и полезное. Здесь тихоокеанская крупная рыба семейства лососевых, кижуч. Его коптят исключительно на натуральных опилках. Белорыбица, богата йодом. Регулярное употребление рыбы способствует очищению организма от токсинов, улучшает обмен веществ. Наивкуснейший палтус, популярный уже голец. Кстати, он водится только в реках Камчатки. Ну и как же без чавычи, семги, горбуши, киты, любимой всем селедочки и скумбрии? Да и консервы здесь самые настоящие. И вот она, словно рябина на снегу, сияет и манит. Красная икра. Уважаемые наши покупатели, мы приглашаем вас на нашу рыбную лавку. Мы работаем до конца недели, включительно воскресенье. Найти рыбную лавку очень просто. Дом предпринимателя на Горького, 8, центральный вход. Мимо такой аппетитной рыбки пройти просто невозможно. Аромат на всю округу. Успейте до конца недели заглянуть к нам в гости. Светлана Шаганова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Такой была среда в Карачаево-Черкесии, а прямо сейчас новые серии фильма «Склифосовский». Приятного просмотра и ждите вестей.